have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, это Туника, и мы сегодня продолжаем играть неожиданно на геймпаде. Я пока... Оп! Я пока просто привыкаю, как это все работает, и сейчас, скорее всего, отдохну. Не знаю... А, хорош, трястись. Геймпад вибрирует каждый раз просто. Немножечко я тут еще не до конца разобрался в местных механиках. Как это все происходит? И зачем мне это все надо? Поехали. У ворот... А, постойте, мне не сюда. Ай! У ворот происходит на кнопку действия, и он же... Ну, в принципе, как и на клавиатуре, там же пробел у нас это отвечал. Хорошо, РБ, не забудь, что РБ это попить что-нибудь. Я не знаю, стоит ли мне идти на босса с палочкой, хотя, с другой стороны, не знаю, когда мне дадут. Да ну... О! Их двое! А! А, серьезно? Отсюда можно просто уйти. А тут что? Ха, две хилочки. Ля-ля-ля. Ну, ясно. Thank you.
Ёпарасоте. Есть, я это сделал. Так, было парочка интересных моментов. Я не знаю, все полчаса, естественно... Да, полчаса я на него потратил, ровно все полчаса вы на это смотреть не будете, потому что, блин, длина серии полчаса, ничего. Вот, но, да. Я надеюсь, что я не забыл вставить, что вот здесь, вот сзади была баночка, которую через 15 минут я случайно открыл дверь, подобрал эту баночку и бился уже потом с двумя баночками. И то... Фух, что я вам скажу. Дай. Надо к костерку подойти, передохнуть, восстановиться, потому что, ну, блин, звездец. Сложно. А куда нам дальше? Дайте я вообще вспомню, а то со всем этим босс-файтом я на минутку вообще забыл. Ну вот было так же, только плюс босс. Нам же сюда вроде как не надо. Ну вот, видите, по одному я с ними уже хорошенько разбираюсь. А вот... Это мы все, по-моему, ходили в прошлой серии, да? Все, что тут... Да, точно. Я, по-моему, вот эту как раз лестницу и открыл тогда. Давайте я баночку лопну одну. Баночки восстанавливают чертовски мало. Так, а ты у нас, дружище, чем-то там мог нам помочь? Или не мог? До свидания, у вас двое, с двумя них... А, это как раз они охраняли этот проход. Я пошел, говорю, все, до свидания. Вы мне не интересны. Куда мы теперь можем сходить? Направить наши стопы. Да, спустись, пожалуйста. А, вон, погодите, вон туда наверх. Там вроде как тоже можно что-то сделать. Только я не помню, это нужно было... В обход. Давайте еще раз отдохну. Ух. Еще раз отдохну, потому что я просто так сходил, потратил пару баночек. Это было неинтересно. Напомните мне, что здесь и что там. Здесь я пройти не могу, потому что у меня пока что нет меча. Понял. Сюда, наверное, можно будет как-то потом снизу попасть, или это у нас какой-то шорткат будет. Поехали посмотрим, что здесь. Могила героя туда. Ключика у меня, соответственно, нету, но я могу пройти. Я помню, что я проходил дальше, там как бы было дофига народа. Я такой, а, не-не-не, мне это не надо. Так вот, может, надо. Блин, ну я... Да у них триггер моментальнейший просто. У меня как бы не хватает дальности так их мутузить. У них триггер моментальнейший. Ну вот, все, я остался без банок. Ты что, можешь стрелять на расстоянии? Я вообще нажимал отпрыгнуть, но он выбрал его убить. И что я тут делаю с вот этим... О, чувак, иди сюда. Отлично. Он мне что-то открыл. Нет. Он убил этого чувака. Иди сюда. А, ты не можешь? А, ты можешь. Вот тут ударь. А, спасибо. Махал по одному. Так, короче, я с этими ребятами драться не буду. Идут они нафиг. Попробую их просто проскакать, потому что я их уже убивал. И
Мне интересно, тот чел нам сможет внизу открыть или нет? Да, вы, короче, крутые, хорошие, все дела, до свидания. Ага, два раза. А зачем вы все за мной пошли? Так, ну это туда не дойдет. Иди сюда, дружище. Тебя тут ждут. Нет, оно пузырь сюда идет, чтоб тебя. Вот тут разруби, пожалуйста. Вот ты бесполезный. Давай без сюрпризов. Жалко, он внизу там разрубить не может. Блин, а мне нужно было, чтобы он и здесь тоже разрубил, да? А-а-а, сейчас, погодите, ребят, минутку. Ладно, мы снова тут. Иди сюда, дружище. Спасибо. Вот это разруби. Спасибо. Ай, второй раз я с тобой биться не буду. Да и возможно... А, ты пойдешь за мной. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Мне нужно его заставить. Нет, ну блин, это так глупо. Мне нужно его заставить, чтобы он третью тоже разрубил. А, сейчас я туда добегу по-быренькому. Мне в принципе ни с кем драться не надо, потому что ну, оно все там не поднимется. Если поднимется, фишка в том, что когда я подбираю свои души, вот эта волна наносит очень хороший урон. Мне это помогло, кстати, и с боссом. То есть я уже научился... Ай, да блин, успокойся, я уже научился тактически это использовать. Если такое применимо здесь. Иди нафиг. 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 Вот, дружище, вот ты мне тут нужен. Иди сюда. Оп. Иди сюда. Оп. Спасибо. Ну вот и все. Деньги. А прыжка у меня никакого нету. Хорошо, но так мы, получается, добрались до некой, ну, там, не знаю, секретки, не секретки, уж насколько она секретка. И теперь мы вот этим рычажком откроем. Хорошо, это проход дальше, как-никак. То есть мне опять нужен будет этот чел, чтобы туда... пройти. Гляньте, там меч лежит. Но мне опять нужен этот перец. Сейчас. Ну, получается, мне нужно вернуться. Тогда минуту. Так, я снова тут. Сейчас попробую пробежать туда потихонечку. Если я все правильно понимаю, нам сейчас дают меч. И меч это будет наше, ну, грубо говоря... Идем сюда, идем со мной, чувак. Мне нужно, чтобы ты тут кое-что разрубил. Вот тут. Спасибо. Да. Меч. Так и... О! Ачивка, если что, так и называется. Не, я тебя убью теперь. Ты мне деньги должен... Так, помолиться. Здесь покоится настоящий герой. Я вас понял. Фух. А нужна ли мне палка на другую букву? Наверное, нет, что ли. Да, теперь мечом я могу сам наконец-то срубать кусты, но это было логично. Причем как большие, так и маленькие. А теперь мы можем пройти в тех местах, в которых
У нас не было здоровяков. И урон, конечно же, урон стал вообще другим. Урон стал вообще... И знаете что? В чем прикол? Я мог сюда прийти до босса. Мне не надо было убивать босса, чтобы это... То есть я его затыкал палкой. Я мучился полчаса, но это вроде как такого челленджа вышло. Потому что, ну, увидите, что у меча урон гораздо больше. Я могу тут сейчас шорткат себе открыть. Хотя зачем, я не знаю, пойду я туда еще или нет. Срезанные вещи остаются. Но я имею в виду, что если ты что-то срезаешь, то оно потом не спавнится. Это очень прикольно. То есть можно было по-человечески пойти забрать меч, потом спокойненько затыкать босса этим самым мечом. И все было бы предельно хорошо. Вот вы, ребята, сверху... А, теперь я могу, кстати... нет, я сюда не пойду, подождите. Можно бы, кстати, и назад пройтись, а можно и вот сюда вот сейчас ходить. Теперь я могу спуститься там вниз и сундучок могу открыть. Мне интересно, когда я смогу потратить деньги, которые у меня все-таки есть. Да, где-то я в Стиме, пока читал отзывы, увидел один коммент по поводу того, что... Огненная бомба. Чем не Зельда? Чем не Зельда? Поставим сюда на второй предмет. В общем-то, по тому, как открываются обилки, по тому, как одет персонаж, и вообще по многим некоторым, по многим некоторым вещам, если так можно сказать. Главное, кнопки сейчас не перепутать. Да, Зельда, но еще во многом... Ну, это так... О, здравствуйте. Такое приятное пересечение Зельды. Ой-ой-ой-ой-ой. Оно еще и стагерит их. Ну, видите, как все стало буквально вот сходу и сразу. Ха-ха! Секреточка, здравствуйте. Ну, этот проход выглядел подозрительным. Синие какие-то пушины. Куда? На Б. Ну, давайте. Короче, на быстрый доступ ставится абсолютно все. Неважно, это оружие основное, не основное. В принципе, есть три слота, которыми можно пользоваться. Нижний лес. Погодите, я вхожу в новую локу. Это явно под какой-то скилл, как в Вороне. Помните, у нас были места, которые недоступны были под какие-то скиллы. А, здравствуйте. Здравствуйте! Я не про то. Эти ребята уже, наверное, рассчитаны на меч. Да, эти ребята уже рассчитаны на меч. Офигеть! Блин, это что? А, я тоже загорелся! Отпусти меня! Окей, эта штука очень мощная. Шесть. Хлопушки, петарды, непонятно, что это. Туда вниз как-то нужно умудриться пройти. Как это сделать? Пока не знаю. Мне кажется, я тороплюсь. Я сейчас пошел в следующую зону. Нужно бы вернуться. Я хочу костер здесь найти. Я надеюсь, он тут будет. Что-то я прям забираюсь. Ни хилок, нифига нету. Если что, потом сюда переться за... За своими душами. Да ладно! Хорош шорткат. Я как раз хотел... Вот за что мне еще всегда нравились Souls игры. За то, как они обращаются с шорткатами и подводят это все. Все подвязывается к этому костру. Ха-ха-ха-ха. Очень прикольно. Так, ну, ребят, вы как бы теперь без шансов вообще.
На вас даже фармить можно. Успокойся. Оп. Он, кстати, завершающую финальную атаку в серии третью делает большим прыжком вперед. Так, насчет этого колодца, кстати, я про него забыл вообще. Погодите, а сюда никак нельзя? Здесь что-то есть. Здесь что-то дал. О! А я сюда проникал по-другому, да? Я сюда через там проходил. Дело в том, что я на первоначальную локацию сейчас никак не вернусь по той простой причине, что у нас там лестница отсутствует. Что это было сейчас? Почему так задрожал? У нас лестница отсутствует, и мы туда уже сейчас никак не вернемся. Получается, есть ли у нас какие-то места, куда мы можем сходить здесь, вернувшись назад? Да, восточная колокольня, видите? Она для нас сейчас не актуальна. Выходит, что нам сейчас нужно на наш центральный костер, который на данный момент у нас является центральным. Там мы сохраняемся. И думаю, на сегодня тогда эта серия закончится, а следующую серию мы начнем с... Кстати, а вон там... уйдите. Да уйдите, я не хочу даже смотреть на вас. Я нигде больше ничего не смогу открыть с помощью меча. Оба в щепки. А чё где булькало? Погодите. Так, тут ничего. А к этим ребятам так не пройти. На ту сторону мне тоже не попасть. Ладно, тут исследовать и исследовать. Я же говорю, сейчас тогда вернемся к основному костру нашему вот этому. И к следующей серии будем уже думать, а что ж тогда дальше? Потому что мы можем пойти в нижний лес, но там паучки жесткие. С другой стороны, мы теперь с мечом. Ну и кроме нижнего леса у нас получается идти-то больше пока что некуда. Вот тут внизу у нас есть шорткатец, давайте тут сохранимся. Поэтому пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем ладушек и всем покеда.